Just look at what Putin predicted about all of this back in 2018. He knew it was coming, and he'd already been planning this move to self-sufficiency as a way of dominating Western hegemony. Watch. Значит, вы знаете, я иногда думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас. А вообще это очень вредно. Это вредит тем, кто это делает.